Скоро Новый год. Это не только приятная действительность, но и название лекции концерта, прошедшего в детской школе искусств. С подробностями Анастасия Фаргунова. Какой ребенок не любит праздники? Одним из любимых детских праздников является Новый год. Воспитанники и преподаватели детской школы искусств провели музыкальный концерт «Скоро Новый год», тем самым добавив школьникам приятных эмоций накануне этого замечательного праздника. Невозможно было сдержать улыбку, видя вокальные, инструментальные и танцевальные номера, в которые ребята вложили свою душу. Неудивительно, что юные школьники, сидящие в зале, с таким интересом наблюдали за происходящим на сцене. Вся атмосфера была пропитана волшебством и предчувствием чего-то приятного. Даже взрослый мог ненадолго окунуться в детство. Замечательно, что в нашем городе есть место, где всегда царит праздничная атмосфера и можно насладиться творчеством талантливых ребят.